Его зовут мистер Шерлок Холмс. Это он? Матушка спрашивает, привезли ли вы с собой свою знаменитую шляпу. Охотничью? В жизни ее не носил. А трубка? Предпочитаю сигары. От режиссера фильмов «Боги и монстры» и «Доктор Кинси». А ваш обычай? Какой обычай? На трости есть следы зубов собаки. А древесина с острова к юго-западу от Мадейры. Вот какой. Это доктор Уатсон приукрасил. За самым известным детективом, если бы я сам писал, то лишь для того, чтобы исправить множество неточностей, созданных его богатым воображением. Убийство, мистер Холмарт. Убийство. Стоит незнакомец. Не знал, что вы пишете. Решил вот все исправить перед смертью. Вы не умрете. Мой двоюродный дедушка дожил до 102 лет. Каковы шансы, что у тебя два знакомых долгожителя? Ну, я не был с ним знаком. Этим летом. Мы собираемся начать расследование. Если нужны подозреваемые, заходи. В потайных уголках его памяти... На Бейкер-стрит приходит мужчина, а вы уже знаете, что по поводу жены откуда? Если ты детектив, и к тебе приходит мужчина, то наверняка по поводу жены. Есть нераскрытое дело. Моя Энн изменилась. Вчера я за ней проследил. Яд очень сильный. Одной капли более чем достаточно. Трогательный фильм. Чудесная история. Планировала побег с таинственным незнакомцем. Какой же мотив у нее мог быть? Иэн Маккеллен великолепен. Я требую, покажите мне ее. Освальд, мы желаем знать, не жена ли ты этого джентльмена? Нет. Вуаля. Иэн Маккеллен. Лора Линни. Мой Роджер вам поможет. Он очень умный мальчик. Это улика. Осталось раскрыть дело. Убедительные обстоятельства указывают на ваше намерение убить мужа. Мистер Холмс. Мистер Холмс. Смотрите в июле.